Сорокин, номер 22-й. Алексей Белоусов, 86-й. Антон Белоусов. Прострел и гол! Не удержал Мулин Зайкова. И такая, как может показаться, простая. Смещается в центр. Удар! Ух, какой удар от Алексея Белоусова. Ну и опять, какие могут быть вопросы к Петрову. Белоусов и поймал здорово мяч. Заранее прочитав замысел, а сейчас еще и на острие. Есть кому отдать пас. Как же сейчас холоднокровно Рубцов сыграл. И, безусловно, 70% забитого мяча принадлежит именно этому футболисту. В конференции, то есть все приедут. И тем временем 4-0 счет становится. И автором забитого мяча стал Александр Давыдов. Так, по-будничному он максимально долго не отдавать мяч хозяевам. Откровенно, новая генерация уже рискует. Выход 2 в 1. И тут, конечно, без шансов для Петрова. Никита Емельянов реализует этот мини-футбольный булит. В общем, тут оставалось только гадать. Ошибается Елькин перед своими воротами. И сейчас шестой мяч влетит в ворота новой генерации. Так это и происходит. И автором точного удара, голевого удара становится, которого лично я признаю лучшим игроком встречи, сыктывкарцам не удается. 6-0. Таков итог этого противостояния.